большой секрет. Радио «Няня». О, это же моя радионяня! Раз, раз. Проверка связи. Раз, раз. Работает. Отдам-ка я ее соседям. У них как раз малыш родился. Нет, не отдавай. Она мне самому нужна. Но ты же уже большой. Ничего, я не большой. Жаль, не знала, что ты еще маленький. И к тому же жадный. Вроде незаметно. Фиксики, вы где? Теперь окей. Зачем звал? Я научился читать мысли. Так мы и поверили. Хотите, докажу? Я выйду, а вы спрячьте вот эту пуговицу. Я вернусь и найду. Идет. Куда спрячем? Ну, куда? Да вот же, под клавиатуру. Так, потащили. Сейчас я прочту ваши мысли. Так, пуговица тут. Та-дам! Ничего себе! Это случайно. Давай еще раз. Да, пожалуйста. Надо его перехитрить. Берта – самая красивая девочка в нашем классе. Она это знает и часто этим пользуется. Причем может исхитрить. Например, если ей нужна помощь с уроками, то тут у нее Игрик лучший друг. А если лень тащить свой помогатор, то сразу «Файр, помоги! Ты же такой сильный!» Но она все равно всем мальчишкам нравится. Игрику, Нолику, ну и мне, наверное. Хотя Симка мне нравится больше. Или Верта. Или обе. Я еще не решил. Иногда Верта вредничает и любит поруководить. Но все равно я точно знаю, что она хороший друг и всегда придет на помощь. Ну, если, конечно, сможет оторваться от зеркала. Давайте засунем пуговицу в стакан с карандашами, а думать будем про другое место. Думайте, думайте. Так. Ага! Вот она! Ты видишь? Симка, это ты про стакан подумала? Нет, не я. А я вообще не думал. Ну кто тогда? Так. Дим-Димыч, а давай еще раз. Да хоть 100. Видите эту штуку? Это радионяня. Вот кто ему помогает. Как это? Радионяня помогает родителям следить за маленькими детьми. Она состоит из двух половинок, похожих на телефоны. Одну из них мама оставляет у себя, а другую ставит в комнату, где спит малыш. Если ребенок вдруг проснется и заплачет, одна половинка радионяни уловит этот звук и передаст по радио другой половинке. Через нее мама услышит плач малыша и прибежит, чтобы его успокоить. Так он нас подслушивал? Надо спрятать пуговицу за глобусом. Где же она? Пуговица? Она под твоей радионяней. Вы меня обманули! Это же нехорошо! А подслушивать хорошо? Я хотел вас разыграть. И вообще, Дим-Димыч, ты что маленький? С радионяней играешь. Я не маленький. Я просто ее проверял. Пойду маме отдам. Мам, я не жадина. Ты чего? Радионяне малышу нужнее.
И еще вот, это тоже ему. Думаю, что до такой машинки он еще не дорос. Ну и что? Он все равно вырастет и станет взрослым, как я.